Все, вы убили его сами. Убил его. Неплохо. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Васаби, Скромник, Куёка, Гуф, Daylight. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Давно у нас не было рубрики «Чужой». Пацаны должны защищать заложника, а я должен прийти его и замочить. Поэтому, если опять тёкшите, приятного аппетита, а у нас «Чужой». Погнали. Так, где-то вот там вот заложник в комнате. Будем потихоньку пробиваться. Кстати, можете из окон начинать стрелять, если хотите. О, сегодня умрём. 5 секунд, когда я буду находиться в ком-то, я смогу... ...давать большим. Слышу. Мужики, давайте мы все здесь станем. Ну что, прошло 5 секунд, можно выселяться. Успел? Успел! Ты успел! Да ладно, в последнюю секунду! Так, хорошо, 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 я выйду, чтобы вы меня сразу не убили. Первая попытка удачная, мне понравилась. Красавчик. Так, ну что, я уже в доме. Давайте поизучаем карту, посмотрим, что здесь. Потому что, ребята, эта карта вышла сегодня. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараюсь записать самые свежие моды, самые новые карты. Все вы увидите на этом канале, потому что я чекаю воркшоп каждый день. Все знают, что я очень стараюсь. А кто-то стреляет с этой фигни? Это я. Ты что, дурак, что ли? А, стой, 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 стой. Поржи, 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 хорошо. Пацаны, это же только начало, вы что думаете? Я сдамся? Я не сдамся никогда. Так, как же мне туда пройти с другой стороны пути? Нет. Ой, вы такие наивные. Вы очень наивные. А, сейчас залетит. Классно, кстати, небаганая карта, очень оптимизированно все идет. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Вот эти пацанчики, которые... Кто у нас получается? Гуф и Daylight, это новенькие. Они записывают, в принципе... Не, кто-то первый раз, кто-то второй раз. Красавчик, убил, убил. Блин, 3 секунды прошло, и он понял. Да хватит ржать, я же... Блин, пацаны, ну все, я буду жестко. Все, я жестко, я играю жестко. Левел повышен успешно. Я буду плакать, хорошо. Блин. Убил. Чего, мужик, куёк, я его убью. Ну, дурак. Да на всякий случай. Так, заложников, да, надо вам спасти, говорите. Не подумал. Где? Я убил заложников или нет? Нет. Да блин, да хорош, прекращайте. Ой, Дим, ушел в губ. Иди, уйди. Этот план. План ну что, ребята, я стал большим. Прошло 5 секунд. Челик не увидел, что я в нем был. Поэтому сейчас, ребята, я буду очень жестко мочить. Прописываем килл, чтобы я был смертный, потому что чужой всегда бессмертным становится. Так, давайте вот этого возьмем, классического. Так, где же наши заложники? Смотрим. Мужики, давайте с баром. Ребята, показываю наших заложников. Я должен спасти Чику и Фредди. Ой, Чику и Фокси. А Фредди уже умер. А чё Фредди умер? У него сердечный приступ случился, и он упал. А, я понял ваши приколы. Нет, Дим, ты их не получишь, живыми! Ой. Смотрите, что со мной? Опа! У нас один Фокси живой, он скоро умрет, куёк. Ребята, хорошо, что я вам поставил 3 штуки всего-навсего. Осталось один. Да-да-да, ребята, вы сейчас проиграете, мне кажется. Вот тебе бери бара. С него очень-то. Успел унести! Ух ты, красавчик! А ну давайте посмотрим, выжил? Выжил, да, выжил. Жив. Одно хп осталось. Да ладно. Ребята, да, молодец, ты что профессионал? Я думал, что же вы будете делать, когда я заставлю здесь бомбу? Ну что, убивайте его сами. Ай, какой вкусный. Буду вожать. Все, закрывай двери.
будем минировать Фокси. Отойди ты, мужик. Так, у нас есть бомба вот такая вот. Все, вы убили его сами. Убил его. Неплохо. Вот это жесть. Так, ну что, ребята, меняется сюжет. Теперь я поставлю очень мощную ядерную бомбу, которую вы должны не дать взорвать. Так, где вы находитесь? Давайте я вам поставлю эту бомбу. Вот, вот эту я ставлю. Так, ну вам сразу скажу, бомба очень мощная. От нее будет эффект аж озарения такой, знаете. Вы же накачали очень много новых бомб, поэтому, ребята, скоро выйдет, какая бомба самая мощная. Ой, наверное, не активировать я не буду, наверное, то я погорячился. Да, активация. Ну что, вы готовы? Да. Ребята, держим кулачки, чтобы у меня получилось все сделать красиво. Если вы сейчас срываете бомбу, то вы все будете лохами. А если я проиграю сейчас, давайте, если в трех попытках не выиграю, значит я проиграл. Пацаны, готовьтесь. Так, опасно. Давайте сюда сходим. Так, здесь красиво. Никого. Так, давайте сделаем по красоте, чтобы пацаны немножечко испугались. Так, что у нас тут есть? Где моя любимая бомбочка? Не получилось так, что ты бомбу не взорвал. Я? Нет, Дима. Я вообще далеко от бомбы, даже не знаю где. Слышал? Он говно по трубам. Ну что, пацаны, вы слышали? Нет. Офигеть, все разлетелось. Так, отлично. Выманим, выманим сюда пацанов. Так. Так, ты смотри, куёк, ты чё? Вот ты реально мощный, реально. Хорош. Убил, убил, убил. Красава. Да как ты догадался? Ты увидел, да, что не убилась? Я не увидел, что ты там появился слева. Ой, справедливо. Так, бомба, бомба, бомба. Убил. На всякий. Вов. Били? Да, 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 да. Врет. Мужик. Да как ты догадался, блин. Как? А там справа не появилось же, Дим, там же А ты, блин, ну ты зараза. Ты сильно умный, что ли, стал, эй? Да, ебанул. Эй, успокойся, успокойся. Да, блин, жизни мало, ну 30 хп прям очень мало. Так. Не психуй, не психуй. Спокойно, не нервничай. Увидел, хуёк, уйди. Ой, красиво. Блин, классно, что мы накачали новые паки бомб, оружия и всяких-всяких взрывчаток. Да ты хорош, хорош убивать своих. А друг я не сидел в нем, ты что? Да подожди ты, успокойся. Ребята, ну они меня мочат и мочат. Знаешь, чем хитрость? А? Когда ты вселяешься в него, у него вторая пробушка сверху появляется. Да? Хорошо, я тогда буду вселяться и одну секунду только находиться. Ой, застрял. Ну что, сволочь. Убейте меня! Не успел, не успел. Щинкс! Отлично, ребята. Отлично. Ну что, сейчас будет решающий раунд. Я так и не понял, три попытки у меня не получилось, да, пацаны? Вы меня убили больше, чем трех раз, поэтому, ребята, попытка завалила. Теперь план Б. Будем по-другому действовать. Вот эта бомба, вот я и вижу.
как они охраняют ее, как они охраняют. Вроде мало хп осталось, да? Ну да, мало. Да. Умный сильно, да, стал? А вы не видите мой хитбокс, видите или нет? Нет. Да, Дим, вот ты вот тут летаешь, вот за окном бегаешь. Ну что, давайте выберем сейчас такую точку, когда я буду жрать всех. Отлично. Во-во-во-во-во, вот это оно. Отлично. Дима. Давайте, идите сюда, я очень вкусно люблю покушать. Хорошо, Дим, хорошо, жди меня, давай, самый сильный я. Кто ты? Погоди, погоди. Мужики, ну че? Ох ты. Че там, живые остались? Ладно. Ох ты, за что ты его убил? Ты меня попросил. Я перепутал. Понял. Что, пацаны? Васаби, лучше Баррет возьмем, он самый сильный. А возьму пример. Ох, как жахнуло. Иди сюда. Ну что, ребята, хватит хорошить шутки. Пора и бомбочку идти. Взрывать, иду как там. Никого не боюсь. Никого. Просто жру всех. А так, сколько у где бомба? Здесь бомба, да? Ну что, ложим. Ребята, прощайте. Нет. Не взорвалась? Взорвалась. Так, подождите, ядерная бомба не взорвалась? Чё? Чё? Ай, мужики. Так, залаживаем бомбу. Я не понял, вы чё? Ой, где ты? Три. Вы чё, офигели, что ли? Чё, бомба не взрывается? Уйди! Не стреляйте по бомбе! Ну, хоть как-то. Она не взрывается. Вы что, муляж положили? А, так я ж я уложил. А, вот так, значит? Такой. Вот такую бомбу ложим, ребята. Сейчас точно будет что-то. Дим, я не арендовал другие бомбы. А, нет. Если понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. И после мои ролики еще.